Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Murder. Это старенькая флеш-игра, но очень интересная. А нам нужно будет убить короля и захватить его трон. Да, взять его корону и просто править всем государством. Ставьте лайк, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Давайте уже начнем. Так. Главное, чтобы не спалил нас. Давай, 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 давай! Получилось! Мы это сделали, теперь мы короли. Мы одели его одежду. Все, ребят, теперь мы правим королевством. А, теперь другие на меня покушаются. Нужно повернуться вовремя. Не успел. Нужно прям застукать его за плохим делом. Отлично, спалился. Спалился. Будет гнить в катакомбах. Подожди. Что он сделает? Мне просто интересно. Это яд? Это по-любому яд. Ну, конечно же, яд. Все, мы умерли, и он надевает корону. Я хочу посмотреть разные варианты, какие тут будут. Так что давайте каждому поддадимся. Так, мой брат отомстит! Я двоюродный брат! Тебе не жить! Отлично, теперь это моя корона. Моя накидка, блин, эта накидка уже, мне уже две дырки, как минимум. Так, ладно, скоро это просто будет решето. Так, теперь я хочу, чтобы он меня ударил, что будет? Вариант посмотреть такой. Пам! Сразу 8 дырок, ребятки. Боже, мне кажется, накидку стоит уже сменить, она вся дырявая. Окей, окей. О, жестко. Это Моргенштерн. Так, 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 так. Он может повернуться в любой момент. Нужно за этим следить. Не поворачивайся. Отлично. Теперь это моя корона. Она мне идет. Очень хорошо идет. Так, я не идиот. Идем дальше, ребятки. А смысл в том, чтобы добраться до конца. Так, ну этого... Мы уже смотрели этот вариант, да? Поэтому он нам не нужен. Я еще встретил, кто там еще будет? Какие другие? О! Шут, смотрите, прикольно. Я специально не буду поворачиваться, я хочу посмотреть. Как ему, интересно, пойдет эта корона? Он просто выкинул. Он выкинул корону. Какого черта? Он корону убил какого-то чувака, который сидел в туалете. Прикол, вообще. Так, и что теперь? Это конец, да? Ну, ё-моё. А как начать заново? Так, ну ладно, продолжим. Опять убиваем короля. А! Он нюхает. Прежде чем повернуться, он... Что-то ощущает, да? Обоняние у него. Обостренно. Он только что, смотрите, понюхал. Он понял, что что-то тут не так. Плохой какой-то запах. Наверное, от моих носков. Так, ладно. Сейчас нужно вовремя повернуться. Ха-ха, спалился. Замечательно. Так, ладно, интересно, какие тут еще будут варианты? Попался, попался. Замечательно. Сколько уже скелетиков, ребятки, здесь. Так, шут. Нужно будет сейчас вовремя застать шута. А-ха-ха-ха-ха. Застукали тебе, плохой шут. Так, а это, видимо, хороший будет. Давайте не будем поворачиваться. Я думаю, это какое-то вино или сок гранатовый. Не, я думаю, явно ничего не будет. Да, все хорошо. Все просто отлично. Идем дальше. На опять ты, боже мой. Что тебе надо от меня? Попался. Я уже опытный король и замечал такие тонкости, да? Опять шут. Боже мой, вы все похожи, вы все на одно лицо. Такая улыбка у него. Какого-то милого котика. Так, 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 ты уже был. Ты был, да-да-да. Замечательно. Да боже мой, сколько же вас там еще. Вас очень много. Это крадется, крадется. Мы почти дошли. А все, мы дошли, да? И что будет теперь? Второй уровень? А-а-а.
Так. Я дошел до трона. А что тут такое? Я сел, я правлю теперь королевством. Я сам злой, да? Вот такая вот концовочка. Так это хорошая концовка или какая? Игра очень короткая и очень быстрая. Кстати, ребятки, я только сейчас заметил, он разные делает жесты. Смотрите. Он может моргнуть. Видите, может моргнуть. Так, что он еще может? Смотрит вверх. Они не поворачиваются. Если смотрит вверх, не поворачиваются. Я специально не буду ничего делать. Видите, как взгляд перевел? Он может понюхать. Тогда тоже повернется. Хоба! Вы все видели, да, как взгляд переводит? Сразу отпускайте, чтобы не спалиться. Так. Хоба, перевел взгляд. Он может покашлять. Тогда тоже поворачивается. Он понюхал. Хоба, повернулся. Так, он еще... Ну, что-то не кашляет. Точно кашляет. Все. Мы захватили этот трон. Замечательно. Подожди, а может быть кто-то еще будет другой? Так, ну это нам уже попадался. Размахивается, размахивается. Палился. Кстати, я вот смотрю на задний фон. Там картина с королем и покушением на него. А давайте другой вариант сделаем. Мы его забрали. Может, кто-то другой должен попасться? А, вот! Подожди, этого не было. Этого не было. Мы сейчас не будем поворачиваться. Хочу встретить на концовочку. Эй! Обнимашки! Чего? Чего? Нет, я не хочу, не надо! Какого черта? Вот такая вот концовочка, ребятки. Тут, оказывается, много концовков. Это... Чего? У них даже дети родились! Какого черта? Посмотрите, не, левый еще более-менее нормальный почему-то, но посмотрите, направо он взял кубик, жует, я не знаю, что он делает с одним зубом. О, боже, боже, боже мой, ну зачем, ну почему? Так это, я не знаю, это мужчина или это девушка? О, боже мой, самая прикольная концовка. Так, ладно, был еще вариант один, но игрушка очень короткая. Ой, ой-ой, вовремя. Это у нас пол... Моргнул. Видите, он может моргнуть, поворачивается. У него много жестов. Когда вверх смотрит, ничего страшного. Попался. Теперь это моя корона. Никому не отдам. Моя прелесть. Это моя прелесть. Так, ну ладушки. Теперь, короче, мы всех забираем. Там будет по-любому кто-то еще будет. Размахивается. Ай, смотрите, уже в предвкушении был того, что меня ударит. И заберет корону весь трон. Ну нет. Так, этого забираем. Он нам не нужен. Увидите его. Так, это хороший был, чувак. Это тоже хороший. Но я... Ну, как сказать? Хотя он не... Он не хороший. Он не хороший совсем. Боже мой, это была плохая концовка. Так, будет ли там кто-нибудь еще? Попался. Может, там какая-нибудь девушка будет? Я хочу новую концовку. Вот это плохое, это с ядом. Да-да-да, спалился. А картины разные, видите, вот тут король что-то пьет, да? То есть были и плохие, и хорошие короли. Такой уже, смотрите, у него прям уже глаза загорелись. В предвкушении того, что он меня убьет. Нифига себе, сколько уже, ребят... Сколько там уже... Просто всех, всех в каталажку. Сколько уже черепов. Ладно. Попался. Главное вовремя нажать. Не рано и не поздно. Нужно прям угадать этот момент. Да блин, почему одинаковые? Почему мне одинаковые попадаются? Выведите его. Слушай, а если мы всех убьем, будет по-любому какая-то еще одна концовка, да? Мне вот интересно. Ага-ха-ха, нет-нет-нет. Не надо этого делать. Да блин, вы достали, реально достали.
Он даже не размахивал. А, все, потому что конец. Слушай, а других не было. Других не было никого. Чё? Он просто умер от приступа? А почему он погиб? Потому что лекарство не выпил. Я думаю, да. Ребят, он должен был... Это значит не вино, а какое-то лекарство. И так как мы не выпили... Так как мы не выпили это лекарство, то мы погибли. Вон на чем. Понятно. Ну как-то так, ребятки. Если знаете еще концовки какие-нибудь, обязательно пишите в комментариях. С вами был канал Даридия. Увидимся в новых сериях. Всем пока-пока.